Вот сейчас останавливаться. Ты тормози, Рома, тормози. Саша, тормози. Затей, тормози. Ну сейчас зачем много кругов накручивать-то в этом отношении? Да пусть про Александр проедь чуть-чуть. Проедь, давай. Еще круг! Да пофигу на них. Чуть давай поменяем. У нас есть камера, они не захотят с нами разговаривать. Все, встаете с этого круга. Смотрите, просто такое коррективное замечание. Вы сейчас определите, сколько кругов вы сделаете, чтобы на последнем круге набрать дистанцию и остановиться. Вы просто сейчас друг за другом ездите, расстояние маленькое, дистанция короткая. А вот, допустим, на третьем круге вы притормаживаете остальные. Как только я съехал с него, значит, все остальные тоже съезжают. Куда съезжают? Назад, в другую сторону. Хочешь вообще отвернуться? Ну вокруг, он получается, он стоит. А ты что, Роман, мы же...